туризм – одно из приоритетных направлений развития экономики двух Алтаев. Край и республика входят в топ-10 регионов по туристической привлекательности в России, а для отдыхающих большое значение имеет качественная мобильная связь. Во-первых, поток туристов с разных регионов, которые сегодня присутствуют у нас, он требует определенных дополнительных качественных услуг. И услуги связи занимают в этом далеко не последнее, а может иногда даже и ведущее место, когда хочется передать свои эмоции друзьям, знакомым через различные сети и так далее. И доступ к связи, доступ к нашим с вами возможностям для передачи информации – это одна из основных сегодня задач не только правительства республики, но в том числе и нашего министерства. Мы очень рады тому, что компания «Мегафон» у нас устанавливает дополнительные вышки. Это улучшает качество сервисного обслуживания туристов. Это повышает отзывы туристов о качестве оказываемых услуг и способствует развитию рынка туруслуг в целом как в регионе, так и в стране. И теперь такие возможности есть. С начала 2022 года «Мегафон» нарастил пропускную способность 4G-сети и построил в 87 населенных пунктах Алтайского края Республики Алтай новые базовые станции. При этом вдоль Чуйского тракта была проведена модернизация сетей связи. Общая протяженность работ составила 95 километров от села Майма Алтайского края до села Чимал, расположенного в Республике Алтай. Ежегодно Алтай посещают сотни тысяч туристов из России. Зачастую они находятся в труднодоступных горных территориях, которые не так просто обеспечить телеком-инфраструктурой. А тем не менее, «Мегафон» активно решает эту задачу. Только с начала 2022 года мы запустили современные технологии голосовой связи и мобильного интернета в 10 населенных пунктах края и республики. Модернизация прошла и в крупных городах Алтайского края – Камни-на-Оби, Новоалтайске и Барнауле. Специалисты «Мегафона» отмечают, что уже сейчас видят, что активность на данных площадках возросла в 3 раза. В половине населенных пунктов, которые охватила модернизация и строительство «Мегафона» в этом году, впервые были запущены базовые станции стандарта LTE. И теперь современные цифровые сервисы на высоких скоростях доступны более чем 60 тысячам селян. Они могут удаленно работать и учиться, совершать онлайн-покупки, смотреть фильмы и общаться в соцсетях. Лидерство «Мегафона» как оператора самым быстрым мобильным интернетом подтверждается исследованиями международного агентства «УКЛА». Средняя скорость загрузки данных в Алтайском крае составляет 38,7 мегабит в секунду, почти в половину выше, чем у ближайшего конкурента. Елена Кузовкина, Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.